Всем доброго времени суток. Вот такие новости. Новости у меня довольно-таки интересные. Мне в понедельник отключают свет. Будут технические работы по моей улице. Ребят, и так как света не будет, то есть не будет ни аэрации, ни фильтрации, ничего. Чтобы спасти рыбу, мне срочно нужно запустить вот этот бассейн. Вот освободил место. Вот здесь думаю поставить помпу, да, подача воды будет вот идти отсюда, ну типа здесь будет помпа, но фильтрация будет прямо идти здесь. Здесь будет стоять ящик с фильтрами, вот, ну пока здесь будет так, а там будет видно. По рыбе сейчас покажу, все нормально. Вот вы видите, барбусы все в порядке. Вот, также я был отнерестил еще барбусов, групповой нерест, ну, он личинка, ну, уже даже не личинка, уже малек. Малек плавает, малька довольно много. Вот, сейчас он под задней стеночкой там вот спрятался, ну, малька очень много. Вот. Дафния, ребят, дафния, все в порядке. Сегодня еще не кормил. Вот. Здесь закинул только одну фекалию, вам видно. Здесь дафния тоже в порядке. Вот. Вот. А вот этих барбусов нужно будет переселять. То есть эту рыбу, вот этих маленьких я хочу переселить в ту большую, в эту большую банку. В таком случае не погибнет. Но здесь первока промис, в принципе, может без воздуха день прожить. А эта вся рыбка здесь лабиринтовая, они проживут. В принципе, анциструс, они проживут. Вот, смотрите, интересный момент. Самочка возле гнезда. В гнезде уже есть малек анциструса. Уже я видел вчера. Интересно, чем это все закончится. Может, еще будут откладывать икру, может...